времени, как что у кого. Утро, вечер, сейчас мы в Кентаки. Маленький какой-то городишко. Немножко вам сниму. Высота, а здесь 3,7. Я так боюсь под него всегда, вот сюда ехала, и так думаю, ой, хоть бы не застрять здесь. Один энчик меня пропускает. Капец, такие низкие мосты бывают, что вот прям аж страшно ехать под ним. Еще проехать, ну, 3 часа, честно, и все, у меня часы кончаются. Но дело в том, что за 3 часа меня почти что я могу лов довести, но я не буду, потому что меня потом уже где-то надо остановиться, так что я уже остановлюсь, сейчас проеду немножко по дороге. Все, у меня день закончился, мы с Мариком будем отдыхать сегодня целый день, и уже завтра утром встану и поеду. Получается, что у меня уже время подходит 70 часов, и все, оно не дает больше. Вот 8 часов, и все, и только дает 8 часов. Я с утра встала, вчера нормально, мы остановились уже в 4 часа. Думала, что оно даст мне больше времени, но нет. Поспала целые 12 часов, там должно 10 только, а 12 никто не дал. Да, только 8 дало, и все. Короче, такая система. Никак ее не обдуришь, и должен играть под ее дудочку. У меня машина на колесах, сейчас станем на заправке такой, что можно кушать, помыться. Короче, и будем расслаблен сегодня будет у нас. In 1/2 mile, take the exit on the right to US 41 North, then keep left. Такие цветы, как красивые возле домов, какие-то деревья такие красивым таким цветут. Вот не знаю, что оно такое, но так красиво. Может, яблоня, да не яблоня, это не похоже. Таким каким-то розовым. Очень красивые кусты. Кусты такие красивые тоже, цветущие. Take the exit on the right to US 41 North, then keep left.
US 41 North. Сейчас травку покосил штат вот здесь, где я поворачиваю на повороте. И такой запах классный травки скошенной. Я обожаю этот запах. Такой крутой запах. Какие духи не заменят этот запах травки зеленой. Суперский запах. Вот такое так Кентаки. Continue on US 41. Так что проедемся сейчас со мной. Я уже в эту недельку домой еду. Хорошо. Супер. Четверг вечером уже должна быть дома. Как раз посмотрю себе билетики на Европу. Потому что время идет. Нужно уже. Я думала, у нас только будет апрель. У нас апрель уже закончился. И что я думала, вообще не представляю. У меня уже апрель закончился. Я обычно беру за 2, за 3 месяца. За 3 даже месяца билеты беру. А это вообще досиделось, что сейчас, наверное, ничего такого дешевого не найдешь. Надо будет искать что-то. Пригласили в Брест. И, наверное, можно будет съездить туда. Посмотрю, сколько я время возьму себе. Я не люблю долго быть его, потому что я люблю домой, дома работать. И не люблю так байды кипеть, как говорится, ничего не делать. Вот. Не больше, чем, наверное, 2 недели. Не хочу больше. Поэтому это будет быстрое такое путешествие. Повидаться, пообщаться быстренько. Посмотрим, как оно там будет все дальше. Вот. Сколько планов. Жизни мало, да? Если все планируешь, все планируешь. И то хочешь, и то, и то, и то. И туда побывать, и там, и туда съездить. С тем повидаться, и с тем, и с тем. Еще если много родственников, ой, капец. Со всеми хочется повидаться, повстречаться, поболтать, пообсуждать сюда. За чайком. Не хватает иногда времени. Ну ничего, жизнь продолжается, будем продолжать делать какие-то планы на жизнь. Какие там планы, просто что-то там планировать, а будет по Божьей воле все сбывается, да? Такой неоновый цвет сейчас, вот такой мне нравится, эти новые Chevy. Вот мне такую машину я вот это хочу себе купить, ну не такого именно цвета, но не знаю, игрушку такую что-то хочется и колется, не знаю. И она мне не нужна, честно сказать, потому что моя стоит сейчас, я не езжу вообще, я там приехала один день, где-то там взяла, может минут 20 проехалась.
городок называется Хендерсон. Такие старенькие-старенькие мостики. Высокие такие. Там река такая широкая тоже. Капец. Широкая река конкретно. Но мост такой высокий, так идет на подъем. Такой классный. Вау. Of a mile, take the exit on the right toward I-64, then keep right. Сейчас везде ремонт дорог, везде. Вчера мы в трафике простояли, долговато, вечером ехали на Иллиной. Вот с Кентаки уже вот Индиана, они межуют здесь, видите, синяя штучка написана, welcome to Indiana, добро пожаловать в Индиану. Ну, короче, очень сильно трафики много сейчас, потому что из-за ремонта дороги это все. Вот, дорог много закрыт, все остальное. Надеюсь, что эта дорога не закрыта. Куда мне надо? Take the exit on the right toward I-64, then keep right. Что-то они завешали, может, надеюсь, не закрыта она. А не, открытый экзит, все нормально. Keep right to I-69 North. Все нормально. Тут уже я как-то... Сейчас надо бежать куда? А куда? Я ж не знаю, я же этой местности не знаю. Thank you.
on I-69. Немножко такой скачок вверх-вниз. Так, здесь сильно гнать нельзя, только 60. Так, друзья, ну все, здесь пошла хайвейка, уже не так будет интересно. Закрываю я эту тему. Спасибо, что проехали со мной. Оставайтесь и покидайте мой канал.